Друзья, мы сейчас в Можайске по делам. Нам нужно и в ВБ, и во Вкус Вилл, и куда нам только не надо. А еще нам нужно в Озон. Нам везде надо. Давайте, друзья, погнали за мной. Так, кухня. Ну, там Дикси, это нет, значит второй этаж. Значит, второй этаж. Друзья, правильно идем. О, кухни. Вот серая кухня. Нравится тебе такая потолка? Мне нравится. Я уже хочу купить такую. Да, вот такого цвета. Дерево сердце. Старело даже. Как советских. У нас, кстати, такой рисунок, ну, вот этих простых. Вот, самое прикольное. Как в поезде. Раньше помнишь? У нас есть таких два. Угу. С ложкой, чашки. Интересно все. Пойдем. Мы немножко ужались. Угу. Походу аренду не потянули. Оптика какая большая. Мастер линз. Ну вот теперь вот, у тебя что-то чем? Какой-то вот, что... Здравствуйте. Я вот вижу, здесь мало людей. Потом мы там заказывали, там вообще учились. Я вижу. Сегодня ключи. Так, а что мы тут забираем сейчас? Да, Дань, что-то пошло. А, Дань, ты можешь померить? Что это такое? Будешь смотреть? Ну что, посмотрим. Это шорты? Да. У них маркировка есть, сейчас без маркировки нельзя продавать. Честный знак? Честный знак, а да. Ты хочешь вон кабинку, зайди, померяй. Иди, мери. А то вдруг Наталья не сойдется. Да. И наоборот спадать будет. Где-то показывать. Бо, ничего себе. Слушай, ну нормально. Они там Ширинка работает? Да? Работает нормально? Я сейчас чтобы застегивалась. Повернись. На поясе покажи, не слезат, не слетают. Они тут никак не регулируются. Слушай, да? Ну шикарно, слушай. Нет, нормально. Так выглядит хорошо. Да, нормально. Все тебе да, хорошо. Прям в них иди, господи, что ты. Теперь пойдемте во Вкус Вилл. А не хотите ли вы, друзья, съесть по блинчику? Ну я не это, там не знаю как. Данька, что хочет? Дань, хочешь? Блин. Можно либо блинчик, либо пельмени там есть. Не, блин, не хочу. Можно только заказать дома съесть. Что делать? Дома можно съесть. До дома можно зайти, пускай съест приду. Чего? Домой, он сказал. А домой взять домой блинчик? Домой. Так а ты его есть будешь? И прижать. А вот эти, друзья, ламода есть. Ламода. Маша в ламоде заказывала что-то. Я никогда не заказывал. Женя тоже никогда не заказывал в ламоде. Так, что вы будете брать? Пельмени классические, без бульона. Пельмени, ну вот, пельмени натуральные, продукт, новинка. Ну, это куриные, а мы хотим классические. Классические. Так, мы с собой берем или здесь? А давай тогда возьмем две порции, они же небольшие, куриную и классического. Ну, каждому куриную и классический. Каждому по две порции? Ну да, куриный и классический. А мини-блинчики не будем брать? Я не хочу. Ты будешь, я? Кто? Блин. Не, не хочу. Нет, мы не хотим. Хотите, как хотите, я тоже туда не буду. Тогда нам три классических пельмени без бульона и три куриных без бульона. Да, все с собой. Не, ничего не надо. 374. Да, давайте куда-сюда.
Так, сколько по времени? Ну, минуток 10-15, пока что испорчилось. Хорошо, пошли пока в вкус вил. Ну, конечно. Да. Девочки, надо вам? Нет, не надо будет, спасибо большое. На тебе чек. Чек, кармана большие. Только не теряй, потом нам надо показывать. Свежие? 26.05. До второго. Успеем съесть? Успеем. Да, и что там еще? То же самое. То же самое, да. Диски, ну, да, даже бананы. Так, тут чего берем? А здесь тоже стейки туда отдельно. А, да. 250 грамм, 150 рублей. Ну, то же самое получается. Угу. 1400, 500 грамм где-то. Да. А 3000 килограмм. Так удобно брать, да? Раз, взял на этот. На так, гриль. Да. Вот по две штучки, видишь? Да. Вот а, ну, так, а вон там мясо, что там у них? Голень, не голень, запеченный, не запеченный, мясо, не мясо. Филе в чесночном маринаде. А это голень чего, куриный? Не будешь брать? Так, это бедра индейки, голень. Вот это не будешь брать? Ну, кто будет есть голень? Ладно, не будем. Так, хлеб у нас. Куда ее брать? В духовку делать? Ты сказал, жарить не будешь. Жарить, может завтра что-то сегодня как-то... Может ты сделаешь поменьше, чтобы хоть что-то видно было? Правильно ты говоришь, молодец, подсказывай мне. А то я еще неопытный. Салабон. Так, тут там что надо? Сыр у нас еще... Мы не будем заходить в Вот разная нарезка, не хочешь? Да какая? Классическая вареная. Вот тут шоколад. Вот это вкусно, точно, я точно знаю. Давай тоже возьмем. Вон сбоку солями прям. Вот это вот. Что-то как-то мне... Будешь такого есть? Дань, где Дань? Такой будешь есть солями? Не знаю, давай. Давай, вот. Давай. Чё? Вот он. Кто? Медовик. Единственное, что мне нравится в этом магазине. Да ладно. Да. Не может быть. О, сколько тут еды, ребята, друзья, товарищи, ничего себе. Вот оно все. Ха-ха. Ой. Сколько всего вкусного. Супы, борщи, пожалуйста, все, что хотите. Так. Это что такое за тема? А, нет. Так, там пицца, пицца, пицца. Может, винегретик взять? Стоимость 204. Скидка 40%. А что с ним не так? Упакован 28 до 2. До 2. Сегодня какое число? 30-е, где 31-е сегодня? 31-е, да. А он четверо суток. Давай ты уже подержишь, потому что он тяжелый. Ты сегодня будешь салат со скидкой брать? А? Хочешь вазили? Только нужно сегодня съесть его. Сидим, наверное. Или не будем есть. Вот тут все со скидкой. Ну, наверное, съедим что. А что за салат? Ну-ка, что это такое? Оливье с колбасой.
без майонеза, что ли? Что-то какая-то колбаса выглядит странно. А, да, а потому что без майонеза, что, колбаса просто такая, наверное, натуральная. Дальше скажу. Да, я не знаю, как это колбаса, видно, натуральная. Как курица выглядит. Что, будем возить или нет? Ну, без майонеза, майонезом заправил, то хорошо, что он без майонеза. Давай, хорошо, возьмем. С какого числа? Вчера, вчерашний. Там нет дырки в бок? А, у тебя мания, что ли? Но нет, а сколько раз брали, были дырки. Поэтому надо потом знать. Выкидывайте. Вот тут у меня что-то показалось. А, нет, все нормально. Просто потом выкинуть, а столько стоит, жалко же. Было, конечно, сколько раз брали, а потом что-нибудь протыкалось. Не замечали, что было. Вот это тоже салат очень вкусный. Это курица, ананас, сельдерей. Я люблю. Будешь такой? А есть курица и просто ананас. Ты какой любишь? А, без сельдерея. Вот это люблю. Или сельдерея. Я вот это хочу. Вот сельдереем, хоть другой. Ты такой будешь? Не, бери. Не будешь такой? Не знаю. Ты не любишь ананас, я понял. Нет, я люблю ананас. А вот оливье маленький есть. Давай, начинайте. Ой, пап, ты взял салат? Я тоже тогда думал. Баклажаны. Не хочешь такие баклажаны по-сучонски? Нет. Хорошо, не будем. Есть что-то хорошее. Появились вот эти шоты. Ну и что? Сейчас возьми. Вот алоэ. Шот. Детский сад, честно слово. О, блин, какие крабы, да. Не надо? Не, давай туда пойдем. О, цветочки. Розы, видишь как. Ну, не будем брать. Наша карта будет? На Опа-на. Пин-код неверный. Нет, чек можно взять. Спасибо большое. Так, ну что? Зайдем проверим, еще рано. Да, да, нормально. Сколько времени прошло, Данюш? Смотри там в чеке, когда проверили? 32. А сколько было? Пьяно, что ли? Вон наш, наверное, стоит. А, давай забирай тогда наш. Можно забирать, да, наш, да, да, забирай. Спасибо большое. До свидания. О, какое тут пекло. Чувствуете, да? Какое пекло здесь. Пойдем машину все отнесем.